Образование в Луганской Народной Республике соответствует мировым стандартам и веяниям времени. А благодаря помощи, которую оказывает Российская Федерация и Всероссийская политическая партия «Единая Россия», мы имеем возможность обучать наших школьников и студентов по российским программам с использованием инновационных методов. В рамках интеграционных мероприятий с Российской Федерацией и активного сотрудничества со Всероссийской политической партией «Единая Россия» 28 марта в столице Луганской Народной Республики состоялась встреча представителей правительства Луганской Народной Республики, Министерства образования и науки Луганской Народной Республики и ректоров университетов Луганской Народной Республики с делегацией представителей Всероссийской политической партии «Единая Россия» и представителями образовательных учреждений Астрахани и Астраханского края. Это территория донских казаков. Эта территория заслужила то, чтобы здесь в самое ближайшее время началась нормальная, прекрасная, хорошая, добрая жизнь в каждой семье, в каждом городе, в каждом селе. Потому что в 21 веке пережить все то, что пережили сегодня жители Донбасса, это, наверное, никто не поймет, кто здесь не бывал. Поэтому максимально сегодня наше государство, во главе с президентом России, будет делать все, чтобы здесь быстрее восстановить инфраструктуру, города, села, восстановить производство. И самое главное, начать работу с детьми, со студентами. Для этого мы сегодня приехали сюда. Ну, я-то здесь и нахожусь. Но вот мой друг и товарищ, ректор Астраханского госуниверситета, сегодня провел прекрасный ввод для наших ректоров, что их ожидает. Какие программы есть сегодня, что мы приготовили для тех детей, которые сегодня не знают, что делать. Вот сегодня мы все рассмотрели. Я думаю, что у многих ректоров открылись глаза на многие проблемы, которые не знали, как решать. Самое главное, что у них за спиной стоит огромный патриотический отряд ректоров Юга России, потому что мы все самые ближе, которые готовы прийти на помощь. В любой ситуации, взять пример того же Константина Алексеевича, который сказал, по любым направлениям готовился направлять и своих преподавателей, и своих студентов, и методические материалы. То есть готовая работа с одним из вузов. И, естественно, такие вузы есть и в Ростовской области, и наш Южный федеральный университет, и Донской государственный технический университет. Можно десятки их сегодня пересказывать. Но основа воспитания – это наша духовная составляющая. Это история донского казачества. Это воспитание настоящих патриотов. Потому что если президент России Владимир Владимирович Путин на сегодняшний день создал стратегию государственной политики в отношении российского казачества, если сегодня создан совет при президенте по делам казачества, и здесь созданы ряд комиссий, которые занимаются этим направлением, в том числе и детьми, и молодежью, то это говорит о многом. Говорит о том, что сегодня государство по-другому смотрит на такой феномен, как российское казачество. И, естественно, мы сегодня максимально занимаемся воспитанием подрастающего поколения. Начиная с детского сада, уже наши воспитатели, наши девушки, которые приходят туда и начинают рассказывать историю, сказания, сказки для маленьких детей уже по истории казачества. Они приходят в первый класс, в казачью школу, где вся атмосфера на подкорковом сознании, она связана с воспитанием ребенка в тех духовных ценностях, которые не позволят ему никогда искажать нашу историю, не позволят ему никогда стать тем, которые стали сегодня, в том числе на Западе, молодежь с нацистскими свастиками, разгуливающая по городам и государствам. И, естественно, это система, которая позволяет в дальнейшем воспитать не только патриота России, Донбасса, но и настоящего государственного деятеля, человека, который всегда на всех постах, где бы ни находился, будь то шахтер, будь то депутат Государственной Думы, он будет защищать интересы своей малой родины, интересы своей семьи, интересы своего государства и никогда не предаст. Когда-то президент России
посетив Аксайский казачий кадетский корпус, задал вопрос, а чем отличаются ваши кадеты, ну, от других? На что директор сказал: Владимир Владимирович, наши кадеты никогда не будут хранить свои деньги в швейцарских банках. Настоящие патриоты. Настоящие патриоты. И как раз эта работа будет здесь продолжена. Она уже мною была начата, когда мы создавали и Луганский, и Алчевский кадетские корпуса. Но благодаря поддержке Андрея Анатольевича Турчака, который сказал Леониду Ивановичу Пасечнику, что идеология воспитания подрастающего поколения, у вас рядом она. Вот, берите и создавайте то, что сегодня есть рядом. То, что у вас уже заложены маленькие ростки. Создавайте эту систему, создавайте кадетские классы казачьи, создавайте школы казачьи, кадетские корпуса. В каждом вузе должны быть студенческие казачьи сотни. И тогда у нас не будет проблем. Тогда молодежь не будет думать о том, ага, что где-то слева. Возьмем сегодня анализ, социологический портрет нашего кадета и ребенка, где есть наркомания, где есть преступления, где есть употребление, изупотребление напитками спиртными. Этого нет у наших кадет. Они по-другому воспитаны. И я уверен в том, что здесь, на земле Луганщины, будет точно так. Мы это вместе сделаем. В рамках мероприятия прошло обсуждение дальнейшей стратегии развития и сотрудничества между учреждениями высшего образования Российской Федерации и Луганской Народной Республики при всесторонней поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия». Среди главных трудностей, с которыми сегодня столкнулись школы и университеты, это, конечно же, восстановление помещений, находящихся на освобожденных территориях, и налаживание образовательного процесса для жителей территорий, 8 лет обучавшихся по другим программам и получавших знания, искаженные националистическими идеями. Как построить учебные планы и из чего начать работу с местным населением, ответы на все эти вопросы искали участники рабочей встречи. Но я хотел бы сказать, что прежде всего их можно выделить в качестве двух основных направлений. Одно из них – научно-исследовательское и связанное и с учебой студентов, и с теми или иными участиями наших ученых в российской грантовой политике и в тех или иных исследованиях. Причем сегодня был озвучен широчайший спектр этих исследований, связанных и с сельским хозяйством, и с техникой, и филологией. То есть уже из этого перечня понятно, что речь шла о широчайшем спектре, действительно высочайшие научные исследования, которые действительно идут и все эти годы проходили в Российской Федерации. Следующее направление, которое я хотел бы озвучить, разумеется, это воспитательное, оно будет продолжено еще в ходе следующей встречи, но я хочу сказать, что то, что развитие казачьего компонента, кадетского воспитания в качестве стержня прекрасного, замечательного, опирающегося на богатейшую культурную традицию, нужное нам для воспитания наших студентов, это действительно было озвучено нашими российскими гостями, и в этом плане действительно у нас впереди очень большое будущее. Сложный путь налаживания доверительных отношений с людьми, которые 8 лет подвергались запугиванию со стороны украинской власти, не будет легким. И именно поэтому использование программ, по которым уже сегодня учатся студенты и школьники Российской Федерации, станет прекрасной основой для налаживания образовательного процесса на освобожденных территориях. В рамках сотрудничества с университетами Российской Федерации было предложено использовать опыт Астраханского государственного университета в разработке и внедрении новых технологий в образовательном процессе и налаживании широких международных связей. В первую очередь для нас задача – это помочь сегодня высшему образованию Луганской Народной Республики адаптировать сегодняшние программы, которые есть, и к российскому законодательству, и, что, наверное, более важно, это к запросам предприятий, запросам региона, кого нужно готовить, как готовить так, чтобы они были востребованы. И задача оставить здесь и вернуть тех студентов, которые сегодня по разным причинам уехали, в том числе и вынуждены были уехать. Вот это, наверное, одна из главных задач. И здесь российские университеты готовы выстраивать систему академического обмена преподавателей, студентов, для того, чтобы делиться опытом, для того, чтобы давать современные новые технологии, которые мы уже создали и реализуем.
включать в научно-исследовательскую деятельность и студентов, и преподавателей, получить поддержку в виде грантов. Это тоже есть такая возможность. Сегодня у нас практикуется, поддерживается совместный коллектив, межрегиональный, межвузовский коллектив. И, наверное, это вот как раз сейчас уже стоит задача практической реализации всех этих планов. Потому что мы выходим уже не на уровне ректор с ректором общаться, а на уровне конкретных преподавателей, конкретных факультетов, конкретных студенческих групп. Вот, поэтому это очень важно. И, наверное, вот следующим этапом будет вот как раз вот такой вот постоянный, регулярный обмен, участие в совместных мероприятиях и показ реального опыта. Несмотря на сложные условия, с которыми столкнулись молодые республики Донбасса, обучение детей и студентов на всех этапах образовательного процесса продолжается. Более того, благодаря помощи, которую оказывает Российская Федерация, мы имеем возможность внедрения новых программ, направлений и методов преподавания для максимально эффективного сотрудничества с учащимися и студентами Луганской Народной Республики. В целом мы делаем одно дело. Если, как сказала Анна Юрьевна, мы давно занимаемся, то мы действительно, вот каждый вуз может говорить много-много, и у нас связи с вузами Российской Федерации на сегодняшний день каждый может гордиться и говорить. От Камчатки до Калининграда, от Ленинграда до Симферополя, ну Севастополя, если южнее брать. Одним словом, у каждого до 20 вузов заключены договора, соглашения, и мы работаем в этом отношении. И очень тесно на протяжении 7 лет. Мало того, мы на протяжении 7 лет создаем ученые советы, приглашаем ученых с Российской Федерации в наши советы, наши участвуют там в Российской Федерации. Одним словом, мы понимаем, ну, наука немножко идет впереди всей жизни, что все будет строиться на вот понимании в научном разрезе и в образовании. И первое, что все ректора сделали, это мы завезли уже дружеские отношения с ректорами. Так, как сказал Виктор Петрович, вы назвали вузы, а мы с ректорами вузов практически все знакомы. Но то, что вы сказали, вот касающиеся программ, да, здесь новизна есть. Действительно, вот интересная программа по студентам. Это... Мало того, хотелось бы попросить, вот вы затронули темы науки, да, гранты, для нас это, конечно, вы понимаете, сложнейший вопрос. Вы не можете нас взять или хотелось бы получить какой-то целевой грант для, ну, каждый вуз по своей тематике, и мы могли внести в развитие науки что-то. Или в крайнем случае, как вы сказали, Константин Алексеевич, это взять нас в состав группы, научной группы, чтобы выполнять какой-то целевой грант. Ну, безусловно, на этом что-то заработать. Стоит вопрос, финансы есть финансы. Будут гранты, будет жить вуз, так как ваш, так как наши вузы. Но хотелось бы... Действительно, по вот новым программам, которые вы разрабатываете, мы свои предложения внесем, обсудим с вами и где-то поучаствуем. У нас одна трудность. Наши все вузы здесь сидящие готовили и готовят практически специалистов для вот региона. Каждый вуз, он недаром он был продуман, выстроен и здесь образован для сельского хозяйства, педагогического подготовки учителей, горняков, металлургов, медицинских специалистов. А теперь каждый наш вуз готовит специалистов, которые очень много уезжают в Российскую Федерацию. Да, они... Это хорошо, их принимают, вопросов нет, часть остается, но, безусловно, все равно основная задача вот наших вузов мы видим в том, чтобы развивать тот регион, где он находится. Промышленность региона, как вы сами сказали, это самое главное.
И наука должна работать на развитие этих технологий в данном регионе. Благодаря вашим разработанным программам, потому что действительно у вас в этом сделаны большие шаги. И поэтому, безусловно, каждый вуз к вам обратится, и в своем направлении подготовки специалистов мы найдем точки соприкосновения, потому что действительно их очень и очень много. Другого просто для нас, мы видим, варианта нет. И выживание вузов только в сотрудничестве, в общих программах научных. Ну и, безусловно, очень радует подготовке действительно кадров. Как вы сказали, безусловно, мы поговорим со своими специалистами, может быть, в аспирантуру к вам, может быть, в аспирантуру нам. Собственно говоря, каждый вуз есть ученые советы, и очень и по 4, и по 5. Мы в этом, Анна Юрьевна контролирует, она там ГИД за подготовку высших кадров. И поэтому спасибо вам огромное за вот ту помощь, которую вы сейчас озвучили, и она нам очень полезна. И что касается кадетского образования, да, действительно, наша жизнь, вот наш край основан на истории казачества. Другого варианта на сегодняшний день нет. Корни, ну, благодаря Виктору Петровичу, он это, как говорится, это десятилетиями за это борется, отстаивает, и вот все это знают от мала до велика. И поэтому действительно вот направление организации кадетских училищ, ну это для нас сейчас это надо. Особенно на протяжении хотя бы лет 20 это просто нужно сейчас вбивать головы, чтобы действительно понимали, где они находятся. Не умеем — научим, не хотите — научим. Все равно научим. Так что мы все вас благодарим за то, что вы сказали, за то, что вы нам показали. Мы, спасибо вам огромное от Дальского вуза. Ну, мои коллеги добавят. Ну, а в целом, конечно, мы понимаем, единство – это в сотрудничестве. Тогда будет успех. Спасибо, Виктор Иванович. «Единая Россия» оказывает постоянную поддержку университетам Луганской Народной Республики. А благодаря встрече с руководителями учреждений высшего образования были озвучены проблемы, с которыми на сегодняшний день столкнулись в своей работе ректоры университетов, и были выработаны направления их решения. Очень важным для нас, граждан республики, является тот факт, что нас поддерживает Российская Федерация и Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Вместе мы преодолеем все трудности.